Самое главное, самое первое для того, чтобы начать какие-то изменения в обществе или еще где-то, нужно понять реальную картину, что происходит. Собственно, мы этого не можем на данный момент иметь в теме воздуха вот в городе. Соответственно, я решил построить независимую систему мониторинга за качеством воздуха, которая в режиме реального времени будет показывать источники выбросов и шлейф их рассеивания. Это ключевое. Независимая система мониторинга, которая состоит из бытовых газоанализаторов, которые находятся дома у меня, у вас, еще у кого-то. Сейчас, стоп, подождите, у меня не находится газоанализатор. Да. Где вы взяли, ну, к примеру, газоанализаторы? Да. Мы их сделали, мы их разработали. Я как бы собрал группу инженеров. Мы определились, что нам нужно фиксировать, контролировать, какой опыт есть в мире. Мы поняли, что нам не нужно мерить большое количество показателей, нам лишь нужно увидеть, где географически происходит концентрация вредных веществ, вот пик, вот рост. И нам нужно определить эту точку и время, когда это происходит, и куда оно, соответственно, рассеивается. Мы выбрали датчик, который нам поможет это сделать. Выбрали какое-то количество этих устройств, их проверили. Сделали это, ну, скажем так, мы построили архитектуру этого устройства и проверили какое-то количество датчиков. Выбрали наиболее лучшее, скажем так, надежное и, что важно, точное. На базе этих элементов построили устройство, которое сейчас распространяем среди населения. Себестоимость устройства? 3000 рублей.